Решить вопросы ЖКХ, улучшить городскую среду, повысить престиж курорта с момента избрания депутатов Краевого законодательного собрания 6-го созыва и начала работы партии «Единая Россия» прошло без малого 2 года. Все это время власти работали в тесной связке с избирателями. На повестке дня немало вопросов. Один из них – ликвидация безработицы. Внесены дополнения в Краевой закон о квотировании, которым установлены более 29 тысяч рабочих мест на 5 тысячах предприятий для трудоустройства инвалидов, молодых людей, а также лиц предпенсионного возраста. Работу депутатов законодательного собрания края оценил Константин Затулин, депутат Государственной Думы. Я хочу сказать, что депутаты, избранные нами в законодательное собрание края, это люди, которые не стесняются ходатайствовать, биться за интересы города и за интересы отдельных граждан. Поговорили и о реализации национальных проектов, в частности, о безопасных и качественных автодорогах. В этом году власти Сочи планируют отремонтировать большую часть асфальтовых покрытий именно в рамках этого партийного проекта. Вы уже видите, что хоть и летний сезон, но тот же, значит, на Пластунской идет ремонт, идет на Конституции ремонт. Практически вот в Лазаревском районе на основных улицах мы постараемся до 15-20 июня их закончить, потому что, чтобы не мешать отдыхать нашим, значит, гостям, но продолжим работы по ремонту и строительству новых дорог в сельских округах, в селах. Также участники встречи обсудили строительство новых школ, детских садов и необходимость поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Только в прошлом году было построено 10 образовательных учреждений на 8740 мест. А на развитие социальной сферы региона было израсходовано почти 165 миллиардов рублей. Это 70% всего краевого бюджета. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.